Привет, дорогой, я опять приготовила твое любимое говнище. Ой, спасибо, я еще в подъезде по запаху услышал. Ням-ням. Боже, это... Слушай, давай я тебе скажу, что у меня голова болит, но на самом деле мне так впадлу, еще и ноги брить, не-не. А тебе там никакие бабы и фотки не лайкали? А то так посраться с тобой захотелось. А ты случайно не знаешь, куда с моей карты делось 10 тысяч? Ну смотри, я купила 3 платья, которые мне не нужны, кофточку, которую я ни разу не одену, куча всякой милой фигни на полочке, которую я через полгода выкину, и тебе носки. Красная или черная? Что бы ты ни ответил, я все равно выберу красную. Так, уже январь, поэтому я буду пилить тебя по поводу того, куда мы поедем летом. Кстати, сейчас ко мне Ленка приедет, и мы будем тебя обсуждать. Я знаю, что не за что, но так надо. Здрасте, я вас слушаю. Два бургера, пожалуйста. Просто или меню? Меню. Какой напиток? Кола. Колы нет. Тогда фанта. Со льдом или без? Без. Картошка фри или по-домашнему, которая подороже? Фри. Большую, маленькую? Среднюю. Соус надо? Не надо. У нас появился новый соус, жирный сыр, хотите попробовать? Не хотим. Желаете попробовать наш новый говно-бургер с теми же ингредиентами, но в 3 раза дороже? Нет! Тут или с собой? Тут. Десерт не желаете? Нет. А есть новый рожок со вкусом носков и карамели? Нет, спасибо. С вас 1500 денег, карта или наличные? Apple Pay. Извините, терминал не работает. Без сдачи не будет? Нет. Приложение наше есть? Нет. Хотите скачать и получить бонусы? Нет. В программе «Помогите долбоебам» из ТикТока участвуете? Нет. Ваш заказ принят, чек печатается, ожидайте. Долго ждать? Нет, у нас работают суперпрофессионалы, и все очень быстро. Слушай, всегда мечтала выучить английский язык. Я тоже. Так, все, с завтрашнего дня начинаем учить. Да. Good morning, my best in the world, darling girl. О, ты такой свитик. Yes, I am. Sorry, baby, can you help me with... What did you say? Бумагу, говорю, принеси, пожалуйста. Maybe это самое, go to bed for sex. Yes, sex, yes. Блин, нифига не поняла. А я понял. Серьезно? Да, я этот сериал наизусть знаю. Смотри, огурец кукумбер. Сосиска. Сосич. О, сосич. I like sausage. Maybe go to bed, а? Ну все, английский подучили. Может, итальянский? Пиццу заказываем. Си, сеньора, си. Ну, здравствуйте, Иван Петрович. Проходите. О, здорово! Опа! Че дергаешься, а? Сыкуешь, что ли, а? Может, как бы подвыпьем немного, а? Нет, я не пью. О, молодец, уважаю. Ну что, может это, выпьем, а? О, я не пью. В смысле? Ты кого привела, а? Ну что, рассказывай, какие планы? Планирую открыть бизнес. О, серьезный человек, молодец. Ну чё, какие у тебя планы там? Ну, планирую открыть бизнес. О, чё, богатого привела, молодец. Только ж ты это, смотри, мою дочку не обижай. Только ты это, дочку мою не обижай, а то она это, конченая немного, может и кинуться, да? Тихо, сиди. Ведь мы все как крупинки гречки варимся в этом кипятке жизни. А что с логопедом? Ездим 2 раза в неделю. Серьезно? Ну что, по 50? Чистить. Привет, детки, я Эльза. Давайте веселиться. На, до вечера раздай. Только попробуй мне в урну выбросить. 2 латте. К сожалению, нет. Тогда капучино. Тоже нет. Американо. Нет. У вас что, вообще кофе нет? Ну, вообще-то есть, я просто кофемашиной не умею пользоваться. Может, чаю?
Здрасте. А это вам нужны модели для работы в интернете? Вам 18 есть? Нет. Здравствуйте, квартира 43? Нет. Ой. А дом 7? Нет. Hello, I'm your new teacher of English. How are you? Well, hello there. It's very nice to meet you. Nice to meet you. Здравствуйте, я няня. Сколько ребеночку? Годик. Отлично, справимся. Идите. Чё, малой, пиццу хаваешь? Ща тикток будем снимать. Слушай, ты там сыр просила купить по дороге. С плесенью не было, нашли голландский. С тебя 3000. Слушай, сыра не было, а мы пивка по акции взяли. А сколько с меня? Ой, ты не гони, пойдем. Ребята, у вас нет штуки одолжить до завтра? Не, у меня налички нет. Напиши мне завтра, напомни. До Богдана? Ребята, у вас не будет еще одолжить до завтра? Ой, ну у нас как бы у самих нихера нет, но вот. Ох, спасибо. У меня. Спасибо. Ребят, может, съездим куда-то? Ну, не знаю. Турция, Бали уже тошнит. Может, на Кубу? О, ребят, слушайте, а поехали к нам на дачу? Там шашлычки, природа, свежий воздух. Угу. А? Ты что, с 7-м айфоном ходишь? Уже давно новые вышли, а что ты не покупаешь? Ого, 7-й айфон, мажорка. Насосала, да? Думаем новую машину покупать, а то это уже надоело. Кстати, смотрели Теслу. Слушай, мы когда к тебе на метро ехали, видели, как бомжи драли. Смотри, я заснял. Слушай, а ты пробовал когда-то суши? Нет. Так давай закажем. Ну, а давай. Это что, просто сырая рыба в рисе? Да ты попробуй сначала. А вилка где? Вот так. А. На. Так? Сейчас. На. Ну, другое я. А это что такое? Васаби. Что? Горчица. А. Только много не бери. Запить. Это не то? А какие тут самые вкусные? Попробуй с угрём. А что, с рыбой просто нет? А что такое белое внутри? Филадельфия. Филадельфия – это город вообще-то. А это как называется? Ебиунаги. Кого? Да мне и ты норм. Ну как тебе? Не, ну вкусно, вкусно. Mm-hmm. Ты уроки сделал? А если проверю? Опа-па-па-па, неси дневник. Так, что тут у нас? Ага, математика. Ага. Ну, тут все правильно. Да, ну молодец. Иди и помоги все на уроки получить, ну? Я их в школе не учил, что-то я сейчас их буду делать. Че там, сына, че по физике проходит? А, че? Эпонитовая. Мать, слышал, иди приколы расскажу. Сыночек, ты что, не знаешь, сколько будет 77? Ну это же все знают, а? Конечно, 53. Видишь, 53. Сыночек, ну смотри, 2 яблока плюс 5 яблок, сколько будет, а? Не знаю. Так, а ну-ка, мать, дай я. А ну-ка скажи мне, 2 пинка под жопу плюс 5 пинков под жопу, сколько будет? 7. А? Видишь, батя у вас педагог от Бога. Сыночек, а ты кем мечтаешь быть? Депутатом. А, так это бросай книги, можно и на троечке учиться, сойдет. Если за год у тебя будут все 5, то мы с папой... Не дадим тебе пизд... А дашь сухариков? Нет. Кто за мелом сходит? Я... Суходрыщева к доске. Извините, а можно меня по имени называть? А может, ты домой пойдешь? Да не-не, все нормально. Тамара Ивановна, а вы забыли спросить домашнее задание. Теперь мне Валентинок будет больше всех. Так, давай, соберись. Ты же мужик, тебе уже целых 15 лет. Просто подходишь, даришь цветы и говоришь: Лера, с днем святого Валентина. Да. Валентина, с днем святой Леры. Цветы и конфеты слишком дешево, айфон слишком дорого. Что делать, а? Ой, Викуль, я вообще поздравлений ни от кого не жду. Ни одной просто прекрасно. Здравствуйте, вам доставочка цветы и конфеты. Ой, спасибо, так приятно. Секундочку, квартира 96? 95. А,
Извините, ошибся. Да чё, извинюсь сейчас первым, да и всё. Хотя нет, пусть она хоть раз первая извинится. Он всегда извиняется. Пусть и сейчас первый подходит. А ты... Ты что-то хотела сказать? Нет, ничего. Может, сделать ей чай, точно подобреет. А ты ничего не хочешь мне сказать? Ты опять ногти не подстриг? Слушай, Лера, там сегодня в Заре скидки. А у тебя на карте нет денег? Да есть. Нет, я лучше знаю. Ладно, прости, я была не права. Да ладно, это я был не прав. Да нет, это я была не права. Ну да, ты была не права на самом деле. В смысле, я не права? Слышь, да ты был не прав. Ты не права. Ты был не прав. Алло.